Блять, я даже не знаю, ну типа, что за неуважение, блять, вообще к дедам, блять. В мае месяце, блять. Всем охуели. Пиздец. Опять на пресс-аккаунт идти? Это пизда. Это за последних раз, два, три, четыре аукциона? Нет, пизжу, за последних пять аукционов три уже на прессе. Это пиздец, что такое, блядь? Это что такое? Блин, вообще ужас. Не, ну суперконя понерфили, ребят, извините меня. Так что танк занерфленный, блядь. Так что не надо. Не надо мне тут. Китайский... Ну, Т-34-2 это фарш. Это просто фарш. Это просто пиздец. Ну и... Слушайте, ну... Не, он не... Да ну нахуй. А, он суперко... Блядь! Слушайте, а новое колесо-то, блядь, с таким же подвохом, как и старое, блядь. Ну и почему так, блядь? Почему так? Чтобы вы понимали просто предысторию. Т-34-2 я сам лично покупал года 3,5-4 назад себе, Ну чтобы как там, взять три Гига? отметки на стриме. Ебать, мой миль за 200 рублей докрутился Да. до топ-3. Честное колесо. Полный стритсваген, Да. так сказать. Нет, вы слушайте дальше. Вы слушайте. Я покупал его года 3, там, может, 4 назад. Взять три отметки на стриме, просто так, еще до уксонов, до всего. Так я его, блядь, не выдержал, я его продал, нахуй, это кусок дерьма, на нем играть невозможно. И сейчас он, блядь, выпадает, это что за хуйня, блядь? Ну как там с деньгами? За Спасибо. сколько скатаешь бой на Т-57 ХВ? Бой на танке 5К, нахуй. Пока что так. Пока я не написал это в правилах, 5К. Спасибо большое. Камушек, скобочка. Да, вот так это 15 поехал. Ну, снаряд исчез, типа. Ну, а мы его не пробьем больше никогда в жизни, блядь. Ну, в землю, скобочка. В землю, скобочка. Я удавлюсь, нахуй, на этом танке ебаном. Я на нем, нахуй, удавлюсь. На этом куске дерьма, блядь. Я на нем, сука, удавлюсь. УВН нет, стабы нет, сведения нет, ДПМа нет, альфы нет. А что у него, сука, есть? А у него ничего нет. А у него ничего нет. Он айс танк. Он же по ТТХ хуже, чем Т-43. А Т-43 это ублюдок седьмого левела, неиграбельный. Понимаете? То есть этот танк хуже, чем Т-43. А Т-43 это, по сути, шестерка с натяжкой. Понимаете, даже не семерка, а шестерка с натяжкой. Значит, это что, пятерка? Бля, как такое говно можно было сделать, ебаное? Как такое дерьмо ебаное, блядь, можно было сделать? Блядь, какая обезьяна его балансила, нахуй? Так, этот ебанат на удочке. Он меня с нее и развалит, блядь. Вот, с днем рождения, всего самого охуенного. Ужас, бои. Просто, блядь, ужас. Просто ужас, нахуй. Е50 меня боится, ребят. Хорошо, ебем. Борща танканули. На ДЦП гане. Да, блядь. И 2500, да, получается? Планочка, ага. Вот на нем 2500, да? Мне кажется, следующей тычкой мне борщ Ну БК как там с взорвет, нахуй. деньгами? Спасибо. УВН? Нет. ДПМ? Нет. Ставы? Нет. Точка, Нихуя нету. точка, точка. Деньги. Есть. Базар. Но сведение это пиздец. В землю. Я сводился секунд 10, блядь, чтобы дать в землю. Со 100-миллиметровки. Я не знаю, какие пидоры, блядь, балансят эти танки. Ну как можно такое сведение дать 100-миллиметровке? Как, блядь? Так ладно бы тут еще альфа была бы, блядь. В лоб башни переебали, типа. О. Сейчас мы будем Е50 пиздить. О. Ну как там с деньгами? Пизда. Подожди, танкисты-одиночки это хуесосы. А взводы имбоебы по твоим гайдам это кто? Это Это пиздец. победители и мужчины по жизни. Это твари. Спасибо. Ну меня Ну как там с нахуй деньгами? Добрый вечер, Здорово. Илья и чат.
Т-34-2 на том же уровне, что и Крайслер, то есть тоже 8 да, да. Но есть нюанс. Да. Нюанс заключается в том, что не надо было матери разработчика его рожать. Ну, в борт под прямым углом рикошет игра сказала. Его же убьет борщ? Ой, скорпион. Я надеюсь. А то мы, блядь, борщ под прямым углом рикошет даем. Нормально его переебал. Куда только я не понял. От ВЛД же рикошет... А, так я ему в башню срикошетил. О, дегенерейт, блядь, всплыл. Молодец какой. Очень здорово. Конечек 40-хэповый ебет. Мне пизда. О, Браск всплыл. Вот так, блядь. Вот так. А ебанат на Скорпионе не мог просто въехать в Е50. Ну, слушайте, я 3К на этом куске дерьма дал. Ну, как там с деньгами? Где нахуй на это сведение? Ставь 122 миллиметра. Пулей пукать по 250. Нет. Ну это 600 выстрелов и, блядь, вот так, в лоб башни, нахуй. Это без шансов. Блядь, какое это дерево. В покатую часть ебёт. То есть, по сути, там, где брони больше всего. Не, это пиздец, блядь, нереальный кусок дерьма. Я на нем вскроюсь, блядь. Я на этом уёбке вскроюсь играть. Блядь, какой это высер ебанутый, блядь. Это ж надо было такое дерьмо на 8 левел поставить. Он даже на 7 не катит. Он если бы стоял на 7 левеле, он был бы неиграбелен абсолютно. Не, ужасно, блять. Ужасно. Ну пиздец, ну и сведение, нахуй. Я ему 4 выстрела дал. Одним попал в люк. Все остальные упали вниз, в рубку. На вылет этот кусок дерьма ебет просто. Я ему в НЛД попасть не могу. У нас с ним КД плюс-минус одинаковое. Не, я его в НЛД пробить не могу. Это нереально, блядь, кусок дерьма. Это просто пиздец. Блядь, руки сгниют у дауна, который его балансил, блядь. По моему засвету стрельба вообще будет произведена, нахуй, нет? Блять, он едет нахуй, на ходу хуярит. Пиздец, блять. О. Ну как там с деньгами? Спасибо. Антар тебе мойку сделал. Предпочитайте под калибр 240 кумулю 280. Спасибо большое. Если комфорт стрельбы одинаковый, как и ДПМ, то зачем пукать по 200? Потому что на этом уровне я предпочту перезаряжаться 7 секунд, а не 10. Просто пиздец. Ну как там с деньгами? Отдал штраф в каршеринге. Последнюю сотку кидаю тебе. Я в ахуе. Копил на машину. В итоге отдал все, что накопил. Сука. Блять. А, шотный танк, я понял. Спасибо огромное. Спасибо. Все, Колобанов, нахуй. На меньше, чем Колобанов, я не согласен. Не повезло. Ну, слушай, 2800 в этом бою, даже не 2800, больше 4000. У меня еще блайншот 12Т. О, в атаку. Блять, у меня игра залагала. Блять, мне сейчас и в спину заедут, и везде. Ну, я 2К почти дал. Это, блять, мировой рекорд на этом куске дерьма. Невозможно играть. Просто, блядь, невозможно. Ничего не летит в танк. Под слабый Федя. Слабый Федя. Но Рога меня сейчас на бутылку уже высадит, да. К сожалению. Ну как там с деньгами? Не понять. Про великий танк плохо говорить. Гуглить.
Сами великие нации по танк Т-34-2. Минус миска риса. Никакой кошка жена. Ну как там с деньгами? Спасибо. Ставь панзерфаунди, а не пулялку. В землю точно падать не будет. Все, минус голова нахуй с первой тычки. Дед вроде КД. А, ну япон. Вот так тебе. Получай. Там прямое. На, сука. 1700 урона, бля. Сука, блядь, снова ну, мне переебать. Спасибо. Генерал, ау. Давай ценник на пушку 122 миллиметра. Лохов поддает чуток. Чё, ой, то есть, немного угодить зрителям. Спасибо большое. Ну, 5000 бой тогда. Нахуй она мне нужна, скажи. На хуже, чем это. Хотя, казалось бы, блядь, куда хуже. Камень убили. Полный япон. Рога всплыла. XM-очка все стоит, базу дефит. Молодец. А у меня зарежет с барабана сейчас. Ну, типа, да закинь тычку, либо заранее, блядь. Либо мне XM-ка переебет, либо арта. Либо он меня подожжет, нахуй. О, Джексон. Тоже базу дефит. Да-да-да, давай, прям на них, нахуй, на все стволы. Пожилой Джексон. Блять, мне сейчас XM будет очко ебать. А XM-ка, кстати, может Колобанова здесь брать. Как нехуй делать. На своей имбе ебаной. О, долбоеб. Весь бой, блять, в кустах простоял, в атаку полетел. Ебанутый. Ебать дегенерат, блять, жесть. Бля, ебать, даун. Нормально, блядь. Ебать, разъеб делаем, а? Спасибо. Премия Биоматериал 2024 вручается досрочно. Да, барабанная да. Дробь. Короче, я умер. Ну, я сказал, пацаны, я хочу рискнуть по центру поехать. Я рискнул, по центру поехал. Е100, вы видите где? Вы, блядь, суки, вы видите, где Е100? Отвечайте, блядь. Если что, колесник у меня в спине остался. Я даже вот фразу не успел закончить. Нормально делает, урод, блядь, тупорылый. Он упорится, обезьяна ебаная. Кто-нибудь упорится еще. Колесник, короче, вот тут поджат, под нашу горку. Меня колесник пиздить будет, вот в чем проблема. Да. Он вот сюда поджат, вот сюда. Как вам наш ЛТВОД, заебись? Липтон, Ютуб, вот так. Видите, ютубер профессиональный, ребят. Профессиональный блохар. Скоты, блять. Блять, животный, упарись нахуй, засвети его, пидор, блять. Сейчас он засветит, всех убьют по его засвету, блять, как всегда. Хотя, по моему ТВП тоже неплохо снесли, справедливости ради. Мне кажется, меня в спину сейчас набутылят. Сотка хорошо базу дефит, чуваки. Хорошо биомусор базу надефливает. В нубочке. Без арты против восьмерок. Мы в такие стапы только попадать мечтаем, блять. А они попадают.
А они попадают, а мы только мечтаем, блядь. Сука, твари. Блять, как бы засветить? Ну тут никак. Я могу засветить хомяка, но по нему никто стрелять не будет. О, блять, а вот это меня жизнь к такому повороту событий-то не готовила, блять. Я в свету, блять. Да, ну мне некуда было деваться. Просто есть шанс не стрелять здесь, а 1003 сейчас светануть нахуй за раз. Если, конечно, команда постреляет. Ребята, свечу по центру, ради вас! Ради вас засветил бурзу! Чем бы она ни была, нахуй, я ее засветил. А, я ее обнаружил, ноль засвета, нахуй. То есть обнаружил ее я, но мне дали за это ноль засвета. Класс. Классно обнаружили, ребят, заебись. И, а этот мне сейчас, блядь, боеукладку ебанет на ходу. А, мы его фугасом не пробили, я вас услышал, нахуй. Куда он, блядь? Цыкак, блядь, смотрит по злому. Сейчас уебет в башню, блядь. Не, не уебал. Кумысом не пробил. Классно засветили. Да. Смех как у долбоеба. Да, мне тоже смех Димы Левши не нравится, согласен с тобой. Но ты все равно так не говори. Надо, ну, либо в лицо, либо вообще никак. А то ты за спиной про Диму Левшу кукарекаешь. Значит, во-первых, не пробил в борт, он меня пробил. Во-вторых, тут хуйня стоит ебаная. Вот, не надо так за спиной про людей говорить. Блять, ладно. Блять, ладно. Бля, ладно. Блять, ладно. А вы в курсе, что меня эта пизденка отъебешь сейчас? Да. Ой, бля. Бои фарш. О, 44-ка, видите, на первой линии играет. Полезное направление, блять. Разыгрывает полезное направление. Очень, блядь, полезное. А, нормально делает, блядь. Хорошо делает, сука. Убили танк. А, это, блядь, бред ебаный, нахуй, невозможно. Карта дерьмо, блядь, резб дерьмо, и танк этот дерьмо ебаное собачье. Это ужас, блядь. Да, я ебал. И шлюхин сын дегенерат на имбе базу дефит. Что может быть лучше? Нет, тут без шансов, фарш. Танки с броней, блядь, с УВН. Хуль ты им сделаешь на этом куске дерьма ебаного, блядь. На этом куске дерьма только хуй, блядь, сосать, все. На уёбище, я там тупорыл. Ну как там с деньгами? Спасибо. Захожу в реанимацию в своей больничке, а там лежит придурок в бабочке на аппарате ЖО. А рядом с кум в кофте на ви после липоса акции. Сука. Докатались, блядь. Я хуйню делаю, меня сейчас убьют нахуй. Это невозможно, это нереально, блядь, на этом куске дерьма играть. Ну, два боя подряд в минус. В том бою косарь, в спинку приехали, в этом бою ноль. Ну, а хули ты на нем сделаешь? Ну, у него сведение, блядь, понимаете, у него сведение, как будто у него 160 миллиметров нахуй стоит, понимаете?
Тут дерьмо 100-миллиметровое на 200 урона. Я свожусь так, как будто бы я с Доры нахуй хуячу. Ёбаная морда обезьянья, блядь. Все, он будет со мной перестреливаться, он не поедет вперед. Да, да, да. Ни одного попадания, нахуй, все. Побег, нахуй, совершаем из игры. Давай. Пошло нахуй. Хватит, я наигрался. Как говорится, мы наигрались на сегодня в дерьмо. Тихо, генерал, чё? Благодарю тебя за то, что дропнул игру. Спасибо за пуск. Я готов смотреть, как брат попадет на 23 миллиона долларов. Я прогрел его. Блять, он высадился. Колесо-то, блядь, собьется, нет? Че, он уехал, блядь? Он понял, что мое, блядь... Что мой скилл сильнее, чем его, блядь. Ну, сука. Сука. Что тут у него есть? Быстрый доступ, нахуй, пожилой. Опа, корячок, блядь. Ну я бега... Блядь, я вообще бегать хочу. Угу. Это вот, кажись, это МК и была, да? А, вижу типа. Блять, и он лоу хп, блять, за деревом. Блять, и он меня сейчас встречать будет. Сука. Пизда. Блять, и он встретит, ребят. А он за правым или за левым был-то? Ёб твою мать. Блять, а, он вообще слева был. Как я его не видел? Ебать, я долбоёб. Я его должен был убивать, я даун. Но я слепой долбоёб. Я, видимо, гранаты накидал, и он испугался и ливнул из них, хотя я гранаты кидал как даун. Да, и он типа слева, блядь. Сука, твою мать. Блядь, он со мной падает. Или я с ним. Блядь, ну, ребят, он раньше. Ну как там с деньгами? Ребят, он раньше здорово, был. Коробок. Последнюю неделю на стриме времени не хватает. Но заметил, что добро происходит каждый вечер, папка. Да и стрим по норме греба. Спасибо большое, родной. Не, ну у меня сегодня очко сгорело от танка. Танк сегодня меня нагнул. Поэтому было принято решение сбежать. Блять, я очередь писал. Он с дробовиком сейчас зайдет, блядь. Что за хуйня, блядь? Ну, блядь, у него, у меня хп уже выбиты были. И у меня это поебень, я поставил очередь, блядь, но шансов не было. А сколько ему дамага дал? Вообще-то падают. И вообще-то я опять упал как осел. Да, там чел упал.
Сука, бля. Так, стоп. А зачем мне это? Дверка. Блять, найс зажим. Найс зажал. Сука! Что, блять? Так, я зажал как урод. Я вообще забыл, что мышку надо вниз тянуть. Как он это сделал? Блять, как? Как, нахуй? Как? Блять! Ну как там с деньгами? Блять, как он нет, это сделал? Ничего приятнее, чем застрелить безоружного человека. В игре, конечно. Как он это сделал? Как, блять? Ну посмотрите. Посмотрите, сколько времени он лутается, блять. Он вот бег... Все, окей, чуваки, все. Это вообще другой, блядь. Меня вообще другой убил, алло. Меня вообще другой убил. О, долбят. Долбят. Из окна было, да? Ну, по идее, из окна. Ну а почему больше он из окна не делает? Значит, не из окна было? Значит, не из окна. Ну вот, пацаны, я пришел драться, он засрал. И обоссался от страха. Вот как так-то? А может, он подбегает ко мне, ёбнуть меня в спину? Может, он вообще здесь был? А, вижу его. Тихо. Ха! Блять, ну сука. Скилл не пропьешь, извините меня, блять. 23 миллиона долларов сами себя никогда не выигрывали. Блять, что он такой с М24? Это стрим снайп? Ему спонсор Фауста уебать или что? Блять, ну да, это стрим снайп. Сука, ой, бля. Бля. Опа, М24, блядь. Или вообще, блядь, такое ощущение, что не М24, а этот. Блядь, АВМ, блядь. Я не понял, откуда, нахуй. Блядь, он в тело сейчас ёбнет меня, нахуй. Блядь, еще дымы пошли. Граната. Еще. Блять, там либо какой-то профессионал, либо меня троллит подписчик, блять. Это другой. Блять, другой, там еще один был. А, М24, да? Окей. Просто М24, она, знаете, такая более звонкая. А эта как будто бы более глухая. Ой, бля. Ага, вон он пикает, бля. Блять, уебал. Он хилится.
Блять, он меня бронежилет выбьет, нахуй, следующий, все. Блять, следующим в тело он меня убьет. Нет, он меня в голову убьет, в тело не убьет. Пиздец, блять. Пизда, он в голову убил, да. Ой, блядь. Ну, это какой-то, сука, профессионал, блядь. Но я сам, считай, типа, от него сейчас вышел, блядь. И я его заметил, я не успел кнопку нажать. Ну, типа, я Q нажал, отклоняться начал уже, и начал отжиматься, и он меня въебал, блядь. О, X4, блядь. Ну, давай X4 возьмем. Гранаты я, пиздец, понабирал, блядь, как будто бы я сейчас ими хуярить буду, блядь, во все стороны. Не, ну, в принципе, все, лут на топ-1. Надо брать топ-1 и... Все, в принципе, ёпта. И все, блядь. Все, 200 аптек, блядь, 300 бустов. В принципе, уже нахуй ничего не помещается, блядь. Уже нахуй ничего не помещается, уже будем пить из жадности, блядь, чисто, чтобы просто пить. Блять, это М24, либо АВМ, блять, пизда в тело дал. Ёб твою мать. Тише, тише, тише. О, это его ебут. Или это он меня пытался с автомата добить. Ребят, у него та позиция, с которой берется топ-1. Так что мы точно угадали. Мы точно угадали. Опа, флешка. Блядь, тогда спросил я себя. Пиздец. И тогда спросил я себя, блядь, это точно позиция, блядь, на топ-1 нахуй? Или ты немножко все-таки наебал меня? И ответил я сам себе, блядь, ну здесь, наверное, все-таки чуть-чуть я тебя, ну, все-таки поднаебал. Пизда, все. Это был Драгунов, это было хуевое решение чиниться в поле. Сука. Блядь.